Стелла, и сегодня мы едем в Олимпийскую деревню Новогорск, в центр Ирины Александровны Винер, на контрольную тренировку сборной России. Сама контрольная тренировка начинается в 5 часов и будет длиться 3-4 часа. Мы поедем с Машей на машине и скоро будем выдвигаться к Маше. Мы уже приехали в Олимпийскую деревню и сейчас мы будем заходить. Thank you.
Я не знаю,
все видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Старайтесь, развивайтесь и никогда не сдавайтесь. Всем пока-пока!